Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 3. Урок 12. Вычисли устно и найди в каждом столбике лишний пример. 240 разделить на 80 равно 3. 350 разделить на 70 равно 5. 720 разделить на 9 равно 80. 420 разделить на 60 равно 7. 78 разделить на 6 равно 13. 81 разделить на 9 равно 9. 56 разделить на 4 равно 14. 34 разделить на 2 равно 17. 70 умножить на 700 равно 49 тысяч. 600 умножить на 12 равно 7200. 3000 умножить на 7 равно 21 тысяча. 90 умножить на 60 равно 5400. В первом столбике лишний, пример третий. Так как получается двухзначное число. Во втором столбике лишний второй, так как получается однозначное число. А в третьем столбике лишним примером можно назвать первый пример, так как его ответ единственный, некратный трем. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.